Саян, видишь пивная? Вон там служебный вход есть. Хозяина Абу зовут. Иди, он тебе деньги даст. Ты, если что, с ним много не разговаривай, а скажи, что тебе Руслан прислал. Понял? Хорошо. А сколько он должен дать денег? Нормально должен. Понял. Удалонимся. Мне Абу нужен. Занят он. Вали отсюда. Да ты чё, смотри. Как раскидал, а? О, молодец. Ты Абу? Я понял. Только не надо бить. Я от Руслана. Бабки давай. Сейчас, сейчас. Вот. Что за базар? Да уйди ты. Красавчик, братишка. Вот деньги. Теперь ты с ним работай. Раз в неделю будешь получать с него, половину будешь отдавать мне, половина твоя. На, держи. Держи, держи.